Это суд, который проходил в клубе Чернобыля. Суд, на котором судили в то время директора, главного инженера и всю команду начальников, которые присутствовали в момент аварии. И обеспечили согласование программы испытаний в ядерно опасном режиме с научными руководителями. Директор мог отказаться от этого плана проведения эксперимента. Директор вообще очень многое мог. Но директор был тепловик, не ядерщик. И такое вот впечатление у меня лично сложилось, что на этой станции работали в основном тепловики. Вроде как там не было ни отделов ядерной безопасности, ни отдела радиационной безопасности, ни радиометрического сопровождения должным образом поставленного. Но ничего не было на этой станции. Вот такое впечатление, что станция очень вальяжно работала. Некоторые из них, большинство из них виноваты. Виноваты они в том, что они приняли эту программу, которую написала для них Донтехэнерго. Донтехэнерго – организация, которая не имеет никакого отношения к этой Чернобыльской атомной станции. Вдобавок ко всему, эта программа заранее была обречена на провал. Почему? Потому что подобный эксперимент проводили на АЭС в Томске, когда директором этой АЭС был Фукс Владимир Павлович. В дальнейшем он возглавлял Южноукраинскую АЭС. Наш учитель, как мы его звали, за глаза. А здесь... Вот, ну, кроме директора, я считаю, что остальные выполняли его указания. Причем они были уверены в этом реакторе. Не вмешайся они в электрическую схему станции, сработала бы защита на дурака. Которая была несовершенна на момент аварии, но она бы предотвратила вот те печальные последствия, которые возникли в результате аварии. С научным руководителем, главным конструктором, главным проектантом Росатомэнергонадзора. Стержни управления защитой, СУЗовские стержни, они не упали из-за того, что у них было вмешательство в электрическую схему. То есть разобраны клемники, сняты с клемных колодок вот эти контакты. Вот. Я в дальнейшем, я, конечно, не хочу комментировать это. Если бы стержни упали, то тогда бы реактор встал. Замолк. И цепная реакция в нем не имела бы тех последствий. То есть до взрыва он бы вряд ли дошел, этот реактор, с опущенными стержнями защиты. Он был бы просто-напросто заглушен, этот реактор. Все работы окончили досрочно. И сдаем подстанцию для подачи напряжения на главный корпус. Благодарим за высокое качество выполненных работ. Подавайте напряжение.
Thank you.